Сегодня рано утром наш источник из шоу-бизнеса сообщил нам трагическую новость о нашем любимом российском певце Стасе Костюшкине. Многие из нас очень упорно следят за его жизнью. Многие из нас являются большими поклонниками Стаса Костюшкина. Эта новость заставила плакать всю страну. Никто от этого не застрахован, никто это не смог предугадать. В данной новости говорится, что сегодня во время съемок одного из концерта Стас Костюшкин сильно пострадал. Во время того, когда он пел песню на сцене, он споткнулся о провода микрофона, упал и сильно ударился чашечкой колена. Съемки были приостановлены, ему помогли сойти со сцены и усадили на стула. Вызвали медиков, которые дежурили на момент съемок, медики осмотрели колено и сказали срочно вызвать скорую помощь. Сейчас он находится в больнице на обследование. Информации больше никакой нету. Мы следим за развитием событий, друзья, как только нам что-то станет известно, мы в любом случае расскажем об этом вам. Поэтому прошу вас подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить тот выпуск, который мы уже приготовили для вас. Будьте с нами, друзья. До скорой встречи на нашем YouTube-канале.